я бы задал ему вопрос все-таки, кто в этой лавке хозяин, понимаете? На мой взгляд, правительство должно заниматься своими вопросами, должно подбирать кадры для руководства министерствами и ведомствами, да? Оно должно формировать первоочередные задачи в области экономики, финансов и так далее, и так далее. Оно должно следить за уровнем жизни населения и так далее. У меня такое ощущение, что господин Медведев сейчас занимается тем, что полирует портрет своего лидера, так сказать. И все такие более-менее, значит, куски, которые интересуют людей, отошли к ведению администрации президента. Вот это первый вопрос, который бы я ему задал. Второй бы я ему, наверное, вопрос задал, что будет в России через 5 лет? Ну, через 3 года хотя бы. Ну, скажите мне, что будет с Россией к этой осени? Как прогнозируется вообще развитие страны? Будем ли мы продолжать качать нефть? Либо мы будем все-таки развивать то, что он назвал раньше модернизацией, и о которой сейчас уже вообще никто никогда не вспоминает. Будем ли мы проводить очередные, значит... Вес просто...